Привет, ребята! На связи Антон Молодой. Небольшая добивка к моему прошлому видео, которое актуально только для владельцев не слишком старых видеокарт от NVIDIA. В игре нажимаете Alt-Z, появляется оверлей. В оверлее выбираете фильтр. Здесь по умолчанию параметр в позиции выключено. Выбираете один из доступных пунктов, 1, 2 или 3. Это просто номер вашего пресета, настраиваемого. Добавляете фильтр. Огромное поле для экспериментов здесь, но в данной конкретной ситуации нас интересует фильтр под названием «Резкость». Не помню, какие настройки в нем по умолчанию, но я выбрал для себя вот этот вариант. Игнорировать зернистость ставим в ноль, потому что у нас в самих настройках игры зернистость полностью отключена. А параметр «Резкость» устанавливаем на 25. Это реально делает картинку четче, но при этом не делает ее слишком резкой, потому что излишняя резкость тоже выглядит неприятно. Не знаю, насколько это можно будет передать через видео, но давайте я попробую. Тут вот в реал-тайме можно пощелкать и увидеть, как будет при выключении этого пресета выглядеть картинка и как с включенным. Выключаю. Смотрите, насколько все стало более мыльным. Просто вглядитесь, может быть, немного придется поднапрячь глаза, но я думаю, стоит это сделать. Так, повернусь в другую сторону, чтобы было все более наглядно. Выдвигаюсь. Так, вот у нас параметр выключен. Ставим уже настроенный пресет резкости. Вот смотрите на задний план сейчас. Мыльные деревья. Отлично выглядящие деревья. Смотрите на передний план, на траву. Надо подойти, наверное, немного, чтобы было лучше видно травинки. На свет выйду. Да, вот тут будет хорошо, светлая трава. Заскочу-ка я туда. Вот выключенная резкость. Такие вот травяные кустики. Включенная резкость. Мы каждую травинку видим отдельно. В целом, конечно, это очень круто и помогает обнаружить противника, независимо от его удаленности. Ну и если вдруг на видео это не очень хорошо видно, я просто запулю на сотку. Вот смотрите, насколько все меняется. Смотрите на задний план. Так что, если у вас есть такая возможность, настоятельно рекомендую позаморачиваться и подобрать значение, которое будет приятно именно вашим глазам. Я слышал о том, что на видеокартах от AMD также есть схожий функционал, но это не точно. Проверить этого я не могу, потому что AMD-шной видеокарточки у меня нет. Вот такие пироги. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что видео было полезным. Пока-пока. Капец, ребята, я пробегал, блин, половину этой катки с пистолетом, просто чтобы нормально снять прошлое видео. Я не с первого дубля его снял, там что-то язык у меня заплетался, я перезаписывал. Но фишка в том, что сейчас я доигрываю этот раунд, и осталось 6 человек. Хотя большую часть раунда просто пробегал с пистолетом. Это прикольно. Посмотрим, куда меня это приведет. Ваша команда в пятерке луж. Границы безопасной зоны смещаются. Ебать колотить. На бак. Охуеть. 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 У меня кончились патроны. Это был тяжелый бой.
Винтовки осталось только снайперка. Ну вот, получилось как получилось. Надеюсь, что познавательное видео стало еще и немного интересным.